Всем привет! Вы снова на YouTube-канале Физрук Палыч. И с вами Седая Борода. И сегодня мы отправляемся на одно из самых теплых озер мира в окрестностях Шира. Это какое озеро? Шунет. Шунет. Надеюсь, доедем. Да, оно маленькое, теплое, хорошо прогревается. Там лечебные грязи есть. Главное их найти. Да, вы все увидите, мы вам обязательно все покажем. Находится оно километрах в 15-18 от поселка Жемчужный. Ну, я поеду на машине, а Надюха решила побежать. Вот этого вот вообще не угадала. Все, двигаемся. Здравствуйте, сегодня я ваш экскурсовод. И мы поехали на прекрасное озеро мира. Самое глубокое, самое большое, самое теплое и самое грязевое. Это озеро Шунет. Я ваш гид на сегодня. Меня зовут Майкл. Но так как группа небольшая, вы одна. Поэтому все внимание будет только вам. Посмотрите направо. Там был туалет. А, не, он был налево. Ну, ничего страшного. Его все равно проехали. Мы все равно проехали, поэтому терпите. Сейчас мы двигаемся по прекраснейшим равнинам этого чудесного, незабываемого островка под названием Шира. Да. Сейчас я вам покажу. Сейчас вы видите прекрасную равнину. Давным-давно, по сказаниям старцев, тут бился прекрасный принц с чудовищем за обладание прекрасной местной царевны. И не только за ее, но и разделить пытались они с ней ложе. Но когда принц победил, принцесса утром вышла и сказала: да, с чудовищем было бы поприкольней. И принц от досады разочарованный упал, и здесь образовалась равнина. Это такая легенда от Палыча, вы же поняли. Но здесь вообще все овеяно легендами, как везде. Но у Палыча свой вариант. Свое видение всех событий того времени. Не одна тысяча лет прошло. У меня своя летопись. У меня своя. В общем, если вам понравилась эта легенда, вы обязательно поставьте лайки, не переключайтесь, мы до Шунета еще не доехали. Видели, да, какая дорога после поворота с трассы до озера? То есть она, ну, гравиечка отсыпанная, но местами размытая. Я вот дальше вижу, что дальше уже гора начинается. Если здесь будет дождь, то будет не очень комфортно. Да, сейчас я вам еще дорогу поснимаю подальше, чтобы вы имели представление, по какой дороге вам ехать придется. Ну, с возможности своего автомобиля, так скажем, сопоставили с дорогой. В общем, примерно вот по такой дороге, как я вам показала, в горку вам надо проехать порядка 6 километров. О, ничего себе, здесь размыто. Может, налево? Или мне посмотреть? Едем, едем, едем. Стекло у нас, видите, какое чистое.
Ну, в общем, вы поняли, да, какая дорога. Я специально сняла для водителей, показала, что если будет очень сильный дождь, то видите, канавы сели, тут практически размытые дороги. Да, то есть в дождь сюда лучше не попадать, потому что дорога вот она вся такая, вначале еще более-менее, а потом уже начинается вот такой небольшой же скач. А дальше, по-моему, еще веселее. Там уже отсыпанная часть заканчивается, и начинается просто лесная дорога. Надо было вам подвинуть, да, тут две дороги. Мы поехали по отсыпанной. Вторая не отсыпанная, но она вроде как поровнее. Но одинаковые. Кто его знает, как 7-7. После дождя. Если вы ездили там, по какой дороге, напишите в комментариях, по какой лучше, по отсыпанной, либо по грунтовке ехать. Все, мы на месте. Позади меня озеро Шунет, Хакасия. Уважаемая наша группа, с вас 5000. За что? Ну, как довез, показал такие красоты. Персональный гид. Вы посмотрите вокруг. Сейчас я вам сделаю нарезочку, вы посмотрите, обязательно ее оцените. Я даже планирую позвонить в небесную канцелярию, чтобы солнце вылезло для вас, для группы. Алло, да. Запускайте. Ага. Солнце запущено, все. Нарезка пошла. Кстати, сюда все приезжают именно за лечебной грязью. И эта грязь использовалась в Жемчужном на курорте долгое время. Потом ее отсюда всю выбрали, и озеру пришлось очень долго восстанавливаться. Но сейчас все восстановилось, поэтому здесь стоит такой стойкий запах сероводорода от лечебной грязи. То, пожалуйста, принимайте лечебно-грязевые ванны бесплатно. Въезд абсолютно бесплатно. Ага, бесплатно. Если с таким крутым гидом, как я, 1000 рублей, коленка. Чего ты смеешься? Вытри творог, блин. У меня губы облазят, я их сожгла. Ну вот, сейчас грязью намажем. Это типа солнца не было, я вся сгорела. Сейчас грязью намажем, нормально. Будем лечиться. Посмотрите здесь, видите, заиленное все. Вот. Ну, то есть палатка здесь тоже абсолютно бесплатная. Можете пожить в палатке. Это озеро Соленое, а за этой горой озеро Матарак. Это пресное озеро. Недалеко находится, там тоже палаточный городок. Платный, бесплатный, не знаю, ничего сказать не могу. Мы там не были. Если были, обязательно напишите, чтобы мы знали и другие люди тоже знали. Ну, что могу сказать. Озеро теплое, Палыч сказал. А он мерзляк еще тот. Я не пробовала сама, но сейчас планирую попробовать. О, Палыч нашел грязь. Красавчик, что? Мажу коленки. Вот так сейчас окунусь. Теплая, да, водичка. Попробовала. Но здесь оставаться, ну, как-то нет. Так приехать, искупнуться, помазаться грязью и назад на свое шира. После 40, говорят, лысины бывает.
Ой, нет. А теперь нету лысины. Молодец, красавчик. Главное верить, что лысины не будет. Да. Вот, я так домой поеду. Здоровье, какашки на голове. Ну все, лайк-то по-любому. Джон Рэмбо. Грязь. Первая кровь. Сейчас я вам покажу, чем Палыч намазался. Ну, это моя версия. Смотрите, коровья какашка. Вот в озере то же самое, наверное. Резюмируем итог озеро... нашего путешествия. Озеро. Озеро Шунет. Озеро Шунет. Стоит вашего внимания, если вы хотите бесплатно с палаточкой приехать отдохнуть на несколько дней, но имейте в виду, здесь нет абсолютно никаких удобств. Пописить, покакать. Придется копать ямку, все по старинке. Ну да, да. Потому что деревьев здесь тоже нет. А вон туалет этот стоит. Да, с собой привезенный, видите? Это с собой привезенный. Да, вот. Люди отдыхают. Можно приехать и скупнуться. Масса грязи, ну, как дорогу, я, дурачок. Да, ну дорогу вы видели, то есть 6-7 километров по такому бездорожью. Если пойдет дождь, что в принципе намечается сейчас, видите, то не очень комфортно будет выбираться. Это, уважаемая наша группа, вас не освобождает от денежного взноса. Я что, зря работал? Ну, кстати, вы можете спонсировать наш канал. Там есть кнопочка «Спонсировать». Есть грязи. Сейчас спонсируют. Ага. В общем, сейчас дорога назад. Очень нравится, когда мы возвращаемся назад. Ну, я, честно говоря, особого кайфа тут не испытал. Ожидал большего? Ну, я думал, как-то все по... Ну, это просто дикое место такое, хорошее дикое место такое, такое не оккультуренное ничем. Просто природа, воздух, это клево. А Белёшера, там уже на финансы все поставлено, там заплати, там принеси, там туда-сюда. Здесь, ну, в принципе, но неплохо. Но зато там пошел и купил то, что тебе надо. Да, ну а здесь так, слиться с природой, ну, тоже неплохо. Ну, я думал, народу вообще не будет, а народ есть, посмотрите. Да. Ну, а мы возвращаемся, чтобы успеть до дождя. Мне сказал обязательно дать вам ценную информацию, что когда мы ехали сюда, мы ехали по другой дороге. Мы взяли, правее держались. Два до Алпака. А обратно поехали по другой дороге. Опять правее держались. То есть, когда вы едете в сторону Шунета, пожалуйста, держитесь с левой стороны. Да, дорога шире. Не право, а левее. Дорога шире, дорога... На трассу выезжаем просто. Гравичкой отсыпана. Нет, та тоже отсыпана, но та просто подразмыта, какие-то буераки вы видели. А обратно вот, ну я тоже показывала, такая ровненькая, хорошенькая. Короче, в любой непонятной ситуации надо идти налево. Запомните и все. В любой непонятной ситуации ложитесь спать. А мы двигаемся домой. На этом наша экскурсия на озеро Шунет закончена. Да. Перечисляйте на расчетный счет по 5000 рублей. За индивидуального гида. Да, за экскурсию. Это с вами я прощаюсь. Желаю вам приятного отдыха на этом незабываемом курорте. Мы вас любим. Всем пока.